готовиться, пока не срубило. У нас 6 часов до возвращения Кигана. Стоп. Тебя что-то беспокоит? Система охраны работает. Уходим! Райли, прячься! Уже долго им занимается, но он так ничего и не сказал. Он не ломается. Что ж, хочешь сделать что-то хорошо? Сделай это сам. Ты очнулся? Отлично. Как мило, у нас тут вся семья в сборе. Не хватает только нашего молчаливого друга. Где Киган? Ты же знаешь, я ни хрена тебе не скажу. Нет? Посмотрим, может, передумаешь. Нет! Полегче, молодой человек, вами я займусь позже. Логан, посмотри на меня! Посмотри на меня, сын! Да-да, смотри на него. Вот так. Покажи ему, сколько боли он тебе причиняет. Интересный человек твой старик. Он отправляет на смерть собственных людей, чтобы спасти свою... Черт возьми, Рорк! Это наше с тобой дело! Не впутывай ребят! Ты говоришь со старшим по званию, лейтенант. Соблюдай субординацию. Ты никогда не был одним из нас! Ты не призрак! Это потому, что я лучше тебя. Я всегда был лучше тебя! А ты... Ты называешь себя призраком! Ты ничто. Ты и твои сыновья. Вы трупы. Твое имя умрет вместе с тобой. Ну что ж, это очень плохо. Ну так я и рассказываю только плохое. А они еще хуже. Нехорошее не расскажешь.